Всем привет! Вы на канале «Возьми, сделай». Сейчас будем подошагнуть канал, самокат зеленый, и мы его купили на розетке. Купили мы на розетке. И вот, смотрите, какой метро. Купили мы в интернет-супермаркете розетка-самокат, и сейчас мы его распакуем. Ну что, давай распаковывать. Да! Откинь, чтобы она не цеплялась. Давай покажем. Вот. Покажем. Это, был, это вторая часть. Ничего, Максимка только начал ездить на самокате, учится только, да? Да. Вот, ну ладно. Что, давай еще раз покажем, какой самокат. Да, последний раз покажем. А теперь как папа покажет. Не, ну я не буду ехать еще, я уже прокатился. Вот, смотрите, как я там закрываю. Вот самокатик у нас такой вот, да? Да, вот как. Колеса резиновые. У нас тут асфальт кривой, но по асфальту едет, не шумит. Хорошо он чувствует себя даже на неровности. Выдерживает вес. Вот, смотрите, он... какие у него глазки. Вот такие глазки, да. Выдержит он до 100 килограмм. То есть я всех тоже... может провести. Я тоже катаюсь. Ну ладно, что тогда. Все, пока. Пока. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. До скорой встречи в новом видео.